Всем привет, подписчики нашего канала. Вот и пришла пора снять видео по промывке аэрографа. Провели мы покрасочные работы, надо инструмент хорошо промыть, потому что хорошо промытый инструмент будет служить нам долго. Начнем. Для промывки нам понадобятся ватные диски и ватные палочки. Также я промываю аэрограф той жидкостью, на основе которой находится краска. Я красил модель акриловой краской от фирмы Tamiya. Получается, там она на основе изопропилового спирта. Я промываю аэрограф изопропиловым спиртом. Совершенно обычным изопропиловым спиртом. То есть в бачке у нас осталось немного краски. Я наливаю туда изопропилового спирта немного. И ватной палочкой там все прочищаю. По бачку надо провести. Это так, пока на первый раз, скажем так. Так, тут было видно. То есть промыл. И сливаю. Вот у меня тут есть диски. Я туда это все сливаю. Добро. Далее я беру, еще туда наливаю маленький изопропилового спирта. И можно его продуть. Давление при промывке аэрографа я давление максимальное выставляю на компрессоре, чтобы быстрее все это выдувалось, прочищалось. Наберет компрессор у меня. Все. Бачок пустой, в принципе, он, краска, основная часть оттуда ушла. Теперь беру ватный тампон и смачиваю его в изопропиловом спирте. И как бы засовываю его сюда, в бачок, и пальцем так прочищаю, чтобы со стенок, потому что я вам сейчас покажу, вот, как бы, столько краски у нас еще там оставалось. И сейчас переверну, почищу маленько часть и еще по стеночкам пройду. Можно еще тут пройти, чтобы был чистый у нас. Так, все, по идее бачок у нас чистый, но я люблю, когда он совсем чистый. Все, он чистый получается. Теперь я заливаю туда еще изопропилового спирта, но теперь это делаю для вот такой. Я затыкаю отверстие, вот, и нажимаю кнопку, то есть чтобы он начал дуть. Тем самым он будет промывать каналы. Краска, которая в каналах осталась, она будет в бачок выходить. Вот. Там помимо краски еще даже какие-то частицы выходят, может. Все, промыли. Изопропиловый спирт, он у меня получается позеленел, потому что я пользовался зеленой краской. Дальше еще добавляю и уже продуваю непосредственно тампон, потому что у меня этой баночки нету. Поэтому я так его прям. Если можно, вот на белом покажу, на чистом. То есть я уже дую, он у меня уже чистый идет. Уже воздух пошел. Сейчас покажу для примера чисто. То есть я продуваю, уже у меня выходит чистый изопропиловый спирт. То есть у нас бачок получается промыт, канал промыт. Но у нас еще получается грязное сопло и еще игла. Для этого мы так оставьте изопропилового солью в баночку. Так, снимаем сопло. Аккуратненько его откручиваем. Когда мы красим, у нас получается краска, она попадает везде, и здесь, и тут внутрь. Теперь откручиваем. Так. Вот так. И достаем нашу иглу. Игла, она тоже получается грязная. Далее.
Когда я это все достал, у нас место, где, получается, там игла входит в канал, оно освобождается, и его тоже можно прочистить. Берем, маленько добавляем спирт из пропила и маленько ватной палочкой его там почистим. Все, то есть там как бы, в принципе, с бачком вся работа закончена. Теперь надо прочистить нам иглу. На игле, когда долго работаете, очень много краски. Я сегодня недолго работал, поэтому краски у меня тут совсем мало. Иглу надо протереть вот так вот. Когда, говорю, долго работаешь, вот на тампоне прям сильно остается краска. Так, вот мы протерли иглу аккуратненько, потому что самое главное, кончик не погнуть. Так, теперь получается, это у нас тоже сопло. Я его не откручиваю, потому что, ну, пока не забилось, я не вижу смысла. Может быть, конечно, это нужно делать, кто-то меня сейчас может отругать, заругать. Но я его откручиваю только по самой крайней необходимости. Я тут протру все. И получается, его протру. И бывает, что когда вот так палочка смоченная, и прислоняюсь сопло к палочке, у меня краска из сопла еще выходит сама. Так, тут у нас получается все. Тут, ну, тут не входит, тут не очень удачный. У меня был это фенга у Джаза, ватная палка, она сюда входила прекрасно и внутри еще все вычищала. То есть вот сюда она тут не входит совсем, а у Джаза входила. Кстати, мне Джаз больше нравится. Но у него бачок маленький, мне сильно. Так, и здесь тоже нужно прочистить. И тут, и тут. Так. Все. У нас, в принципе, чистая игла, чистая. Так, теперь мы вставляем иглу очень аккуратно, чтобы не погнуть кончик. Вставляем иглу. Так, фиксируем ее. Так, теперь нужно отвести иглу, то есть чтобы при одевании сопла у нас она случайно не погнуть кончик. Закручиваем и еще вот это тоже закручиваем. Все, у нас аэрограф по идее чистый, но лучше лишний раз еще продуть. То есть я налил изопропилового спирта маленько и продуваю. Как видно, у нас вот выходит чистый ИПС, очень-очень чистый. То есть аэрограф я промыл хорошо. Промывка лишней не бывает. Хорошо промытый инструмент вам прослужит очень долго. Продул, все. Инструмент чист и готов к следующей работе. В следующий раз, когда уже буду красить, у меня он чистый. Это я тоже тут бачок протираю, потому что люблю, когда он чистый. Все, всем спасибо за внимание. Ожидайте следующих видео.